Всем привет, с вами Злата, вы на канале Бухты Барах. И сегодня я приняла важное решение. Мне пора переезжать. Кстати, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм, вот ссылка. Я уже стала совсем взрослой, и мне пора переезжать. Придется собрать все свои игрушки. Их очень много, и я одна не справлюсь. Это значит, что мне нужна помощь. Точно, позову Наташу. Наташа! Наташа! Ну и что, Злата, куда ты будешь переезжать? В другую квартиру? Наташ, я много в жизни чего повидала. Я хочу в другую комнату. В другую комнату? А ты уже ее выбрала? У меня есть несколько вариантов. Ну и как мы все это соберем? В коробке? Точно! Пойдем за коробками. Нравится. А может, мы здесь останемся жить? Они тесноваты? Они здесь уютно. А игрушки куда мы будем убирать? Хотя хорошая идея. Может, мы век уберем? Хотя хорошая идея. Под чердак? Да, так мы долго будем с тобой собираться. Надо взять все необходимое. Конечно, самое необходимое каждого человека – это медведь. Нет, самое необходимое в человеке – это лемур. Вы не можете уехать без этого. Ой, чуть не забыли про книжки. Нужно не забыть про одежду. Штанишки и футболочка. Погоди, а платье? Я же девочка. Положим его вот сюда. Еще нужно что-то взять. Спортивную одежду. Вот эту? Да. Аккуратно. Наташа, все-таки я осталась жить в моей комнате, потому что она моя, и я ее люблю. Наташа, пойдем почитаем комментарии, как переезжают наши друзья. Пойдем. А вы не забывайте подписываться и ставить лайк. Ну что ж, Злата, давай прощаться? Давай. Ну а вам, друзья, пока-пока!